Один из моих любимых. Life. Life is a disease. A millennium ago, a supreme necromancer was on the verge of conquering the world. But you know what they say about best laid plans. Inevitably, heroes shall emerge. So, I was made dead again. But what does death really mean for somebody who has mastered it, Boredom. An eternity to ponder my errors, and how close I came to victory. Я думал, у него более брутальный голос будет. I am a mortal. But when this world ends, even I will know oblivion. Такие крестьяне. I ask myself, will I be given another chance to rise before it happens? Another chance to fulfill my ambition? It seems that fate has smiled after all. Прикольная заставочка. Я, наверное, по привычке ждал голову, такого брутального голоса рассказчика из Darkest Dungeon. А тут у него такой мерзкий голосочек. Я рад, Sword of the Dead. Хардкорная тактическая ролевая игра. Играть очень сложно. Ваши миньоны неизбежно будут погибать навсегда. И не стоит считать их расходным материалом только из-за того, что они уже мертвы. Чатик, вы готовы, да? Готов вступить в легион просроченного сыра. Ну, значит, это будет какой-нибудь зомби. Каждый бой — подлинное испытание, ресурсы всегда ограничены, многие события случайны, враги сильны, бесчестны и не испытывают ни жалости, ни страдания к нежити. Необходимо играть рационально и мудро, подстраивая свою стратегию под различные боевые ситуации и разновидности противников. Приготовьтесь потратить несколько часов на изучение игры, дабы завоевать вожделенную победу, принеся погибель в мир жалких смертных людишек. А, людишки. Игра находится на стадии альфа-версии, многие игровые механики будут изменены в будущем. Да, не забываем, что это бетка, ну или альфа, как тут написано. Сейчас чисто для стримеров, вот, но ранний доступ уже этим летом будет. Так, сразу сделаем потише. Игра, ты слишком громкая была. Игра в фоне. Ладно. Дать боевую группу в начале игры. Ну давайте с начальник какой-то посмотрим. Не знаю. Сколько лет пили от этого рацию? Довольно долго. В том году уже была альфа-версия, в которую многие стримеры играли. Мне тоже давали, но я тогда типа не посмотрел ее. А сейчас уже скоро будет ранний доступ. Можно еще потише? Да я сделал вроде. Сейчас уже скоро ранний доступ, поэтому я тоже написал разрабам и попросил ключик на бетку. Готовы, дети, мне бы диплом подготовить. Так, ну погнали, новая игра, давайте. Выберите сложность. Сложность обучения. Недоступно в альфа-версии будет больше страданий и режим игры для истинных некромантов. Добро всегда побеждает. Пару пустяков. Упрощенный игровой режим для начинающих. Ой, все. Ну ладно, пойдем обучение проходить. Тян, как тебя зовут? Описание под стримом. Глянь, там есть вся инфа. А то сейчас я отвечу тебе, как меня зовут, а потом ты спросишь, сколько мне лет, потом ты спросишь еще что-нибудь. Окей, способности миньонов. У каждого миньона 5 обычных способностей, 1 ультимативная. Для исполнения ультимативной способности нужен особый ресурс — гнев. Миньоны и враги могут применять способности только с определенных позиций. И только по доступным целям. Окей. Скелетик, я могу тебя переименовать уже, нет? Видимо, не здесь, нет. Ну ладно. Так, есть блеклый выпад. 14-16 урона игнорирует броню. Против меня работяга! Так, а куда бы мне подвинуться-то? На место заклинаний, наверное, чтобы было видно хп и статы противников. Куда-нибудь сюда.
Или еще левее, еще правее? Нет. Да не, вот так, наверное, норм будет. Здорово, Фокси. Здорово. Красивая девочка, да, неплохая. Если меня в катку добавишь, ты можешь не бесполезным кем-нибудь, хоть где-то не бесполезным. Посмотрим. А я понял, что неправильная цель. Ладно, это первый ходит. Надо, наверное, работягу убивать. У него что, всего 45 хп? У него удача высокая. Показывает шанс критической атаки. Это что такое? Рассудок определяет психическую устойчивость противника. Окей. Еще у меня есть... Дважды наносит урон по 50%. Игнорирует броню. У них есть вообще броня? Нету, значит, бьем вот этой обилкой. О, давай работягу. Физический и магический урон уменьшают стойкость цели. Воспоминание наносит цель магический урон несколько раз в течение определенного времени. Стрессовый урон уменьшает рассудок. Проклятие наносит цели стрессовый урон несколько раз в течение определенного времени. Понятно. Критические атаки миньонов уменьшают рассудок врага. Критические атаки противника увеличивают его. Ну, типа классика. Скелетик, живи, с тобой еще скучнее, чем на смене в шахте. Так, стрессовая атака перемещает цель на случайную позицию. Ну, окей, хорошо, что я работягу начал бить по физикой, а шахтера сейчас стрессом закидаем. Потеря рассудка во время боя может вызвать различные последствия врага. Негативный эффект, ослабляющий врага, психоз, воодушевление. У врагов не у нас, а у врагов воодушевление. А положительный эффект, усиливающий врага. Смерть от потери рассудка, получив стрессовый урон при нуле. Враг может мгновенно погибнуть. При низком уровне рассудка враг на четвертой позиции в отряде может сбежать из боя. Ага, четвертая позиция, интересно. Окей. Так, ну давай снова работягу... сокрушениями, скелетик, давай. Слушайте, анимации на самом деле неплохие. Я, потому что я когда смотрел видосик, мне вообще-то казалось, что мне не очень сильно анимации понравятся. Дебаф. Окей. Че с дебаф? Минус 30 к точности. А, ничего страшного. Вот это не ОЕ, не суча. Не, вроде одну цель только бьет. Может, вторая атака по-другому маму пройдет? Оп, психоз, берсерк. 10% шанс атаковать дружественную цель. Кого же ты будешь атаковать своим психозом? Я опоздал что-то, когда смотрел Джорнию без крыла. Еще и на кооп с челиком попал, игра Погерс. Привет, кто ух, здорово. Так, давай, умри! На помощь! Кого? Чего? Нормально все, живем. Сейчас сломаем лицо шахтеру. Да все, на что ты способен? Ничего особенного. Блин, банш пока какая-то не очень полезная, на самом деле. Ну, давай этим ударом добьем в этот раз. Победка! Прах, оружие, броня, кровь, кости, эктоплазма, плоть, черепа, сердце, тряпье. Всего бы мы получали и ноль опыта и ратусу, к сожалению. Ну, потому что это обучение. Создайте двух любых миньонов. Хорошо. Так, ну, здесь можно переименовывать. Так. Предлагаю, тяночки в чате есть? Кто-нибудь хочет стать баншей? И давайте скелет кого-нибудь. Еще посмотрим, кто еще есть создание. Создание мобов. Собрав оставшиеся из поверженных врагов куски, Ратус может пополнять свою армию новыми миньонами. Использование кусков необычного, редкого, легендарного качества повышает характеристики миньонов. Со временем Ратус может открыть способы создания новых миньонов и освоить разнообразные боевые тактики. Невеста и Ратуса. Не могу невесту собрать. Да я никого не могу собрать. Или могу? Давайте соберем зомби. Брейнзу. Так, хорошо. Как мне это делать? Ну, вот оружие. Типа кровь. Репью это типа броня, нет. Сок плоти. А, и вот броня. Ну, давайте это будет зомби. Гниющий
гниющая брынза будет. Баба, мне плеться, Эродир, хочешь баншой быть? Ну давай, хорошо. New brain, but all firepower. Сырный зомби будет. Банша — это первый Эродир у нас. Аэродир. Не надо все части вручную ставить. Э? А может, я хочу? Вон. А скелетик тогда. Давайте я кого-нибудь случайно выберу из чата. Механик, привет. Вдруг возможность, можно я займу кого-нибудь. Да, сейчас толк выберем кого-нибудь. Трисмегист скелет. Давай, трисмегист, ты будешь скелетом первым. Так, ну и что дальше у нас? Я так понимаю, нам нормально так еще посоздавать надо. Слушай, ну можно типа невесту Иратуса сделать. А че, она только одна, наверное, будет. А кто невестой-то будет? У меня нет невесты. А билочки тут какие-то улучшения. Не знаю, мне кажется, надо вот темного рыцаря крафтить. Наверняка он будет тащить. Точно надо ставить, когда есть части более высокого качества. Я еще могу его скрафтить? Все тогда что? А я не могу его, походу, скрафтить. А, не, вот, есть прах. Ну, короче, ладно, собрать темного рыцаря. А это же все еще обучение, наверное, да? Черт, мне кажется, я не очень-то повыбирал персонажей. То есть я не знаю, будет ли скелет бить из третьей точки вообще. Для меня рыцаря часовой. Ну, кстати, часовой, это будет похоже на лепера, да, давай. Давай, ты будешь первым рыцарем. Вот только я говорю, это, скорее всего, обучение еще пока что. Так, а то есть у меня есть отряды по 4 человека, правильно? Блин, надо было какого-нибудь мага, вот мумию создать. Ну ладно, со всеми потихоньку разберемся. Давайте, карта подземелья. Безграничные богатства, сокрытые в глубоких подземельях под фундаментом древнего замка, давно не давали покоя королевству. Колоссальные залежи железной руды и древние артефакты забытых эпох могли бы послужить отличным подспорьем в грядущих завоеваниях короны. В предвкушении сытных барышей... Барышей? Куда правильное ударение? Барыши. Ладно. Гномы не замедлили предложить свои услуги в проекте по раскопкам подземных сокровищ, осуществив масштабные поставки горнодобывающего оборудования, а также экспериментальных мотивирующих зелий для шахтеров. Все, в чем нуждались гномы, лишь грубая рабочая сила, приученная к рабскому подчинению. Однако, благодаря подземным тюрьмам, забитым под завязку как преступниками, так и мятежниками, в рабах для разработки шахт не было недостатка. Плетью и... Пойлом принуждались они к покорности. Так и мятежниками в рабах не было недостатка, плетью и пойлом принуждались они к покорности, обогащая своих алчных господ. Год за годом все глубже и глубже в земную твердь вгрызались кайлами шахтеры, не подозревая о смертельной опасности, поджидавшей их в глубине. Блин, я не знаю, кстати, как их выставить. Ну, пускай пока вот так стоят. Все-таки танк должен, наверное, спереди стоять. Туннели гномов, казарм наемников, доступно после релиза. Блин. Хорошо. Сражение. Клялся жить Нарзулу. Брышей. Да, правильно, окей. Особенности персонажа. Некоторые миньоны и враги обладают индивидуальными особенностями, которые усиливают или ослабляют их. Внимательно изучайте особенности миньонов и врагов, чтобы сражаться с максимальной эффективностью. Хорошо, трисмегист первый у нас ходит. Ага, у него есть из третьей точки обилка все-таки, к счастью. Стрессовая атака, это ульта у него, цена 33 ярости. Что за билка? Невосприимчив к бафам и дебафам. Окей. Ой, Эродир особенный шанс противника сбежать увеличивается с каждым ходом на 2%, пока не достигнет 20 и не суммируется. Хорошо, надсмотрщик. Гибель надсмотрщика восстанавливает его союзникам 30 рассудка. Значит, надо самому надсмотрщику рассудок уменьшать, а остальных просто рубить. Правильно? Я думаю, что правильно. Дважды наносит по 9-10 урона, а здесь еще наносит 115
Урона физатака, прерывая действие стойки цели. Знаете, что это значит? Может быть, работяга не сможет ударить из третьей точки? Давайте попробуем его толкнуть. Единственное, мой скелет тоже вперед двинется. Действие стойки. Ну-ка попробуем узнать, что это такое. Не, он кинул молоточек. Ну, кстати, не очень страшно было. У Эрадир появился вопль. Все союзники получают плюс 6 ужаса на следующее действие. Ага. То есть, а ужас это... Накидывает на врагов, соответственно, страх, скорее всего, да? У него, кстати, две защиты, два блока. И два оберега защиты магических атак. Окей, ну давайте я пока пугаем. Оберег первый, окей. Получаемый физический урон уменьшается на величину, равную броне. Получаемый магический урон уменьшается на величину, равную сопротивлению. Полностью поглощает физатаки, затем исчезает. Полностью поглощает магическую или стрессовую атаку, затем исчезает. Блок оберег не спасает от крит ударов. Принял. Так, ну давай часовой ломать лица. Не очень скоро, кстати, будет ходить. Мы его еще легко убьем. 23 хп. По сколько там скелетик бьет? 9-10 дважды. Ну, то есть двадцатка. Есть какой-то АОЕ. Физатака. Урона выбранному и стоящему за ним врагам. Крит удар. Наносит 200 урона. Стрессовая. Наносит 11-13 урон. Дополнительность 2-3 за каждый баф или дебаф на цели. Well. И поддержка. Снимает с темного рыцаря все дебафы, и Ратус получает 6 манны. Я пока не знаю, что это значит, но, в общем, мне надо убить работягу вначале. Поэтому протыкаем их. Или шпыль перед лицом вечности. Зомбарь. Здрасте. Наносит 3-4 урона от цели плюс воспламенение. Поджигает цель на 2 хода, наносит 50... 6-6 урона за каждый ход. Бомбардировка. В начале следующего хода... А, вот что такое стойка, окей. Атакует врагов, нанося случайным образом 4 удара по 55% физ урона. Атака не тратит действия. Стойка только из последних точек. И баф. 100% урона для следующей атаки. Эффект суммируется. Ну, давайте зауешим их попробуем. Бомбардир. Ну-ка, погромче! Давай, Брейнза, давай. Бафает работягу, хорошо. Вернее, шахтера. Плюс 5 энергии. Что это такое, определяет порядок, в котором существо ходит в бою? Ну, бесполезный баф, на самом деле. Так, короче, мне надо работягу убить сейчас. В любом случае. Смельчаки — самый лучший источник свежих трупов. Убийца! Эй. Так, в этот раз будем баф, короче, накидывать на всех. Чтобы они сейчас расстреляли и магический чарм сбил Брейнза с вот этого надсмотрщика. Так, дальше что? Напрасные надежды. Каждый раз, когда противник получает баф, рыцарь наносит ему 60% стрессового урона. Ну, поздно уже. Стойко вставать. Надо ему... Из чарм может пробить. Не, надо вот этого уничтожать сейчас шахтера вовсю. Вон, наносит равный 50% от собственной брони и сопротивления. То есть по 3 доп дэмэджа, да? Давай в него. 12. Маловато, короче. Ага, блоки сбили. А вот чарм почему-то не сбился, несмотря на то, что на нас баф висел. Окей. Сможешь добить 15 хп? 3-4 урона, поджигает цель на 2 хода. Наносит 6-6 каждый ход. Не сможет. Значит, сейчас с этого скелетиком добьем. А, да, скелет его точно добивает, а ты начинай надсмотрщика дамажить. Ммм, оберег, круто. Боишься хлопушки. Поглощено броней, найс.
есть. More materials. Попался, не рыпайся. Шесть ужаса, так 20-22. Ну конечно, ну давай, 20-22. Сразу панику на него накинули. Минус 30 точности, плюс 30 к шансу сбежать. Я правда не уверен, хочу ли я, чтобы он сбегал на самом деле. Когда на противник получает баф, рыцарь наносит ему урон стресс. Да не, давай физикой просто. Хотя стрессом его уже быстрее было бы убить. Сжигай. Так, цепью не очень сильно бьет. Так, игнорирует броню, а броня у него нет, у него брони. Давай, три смугиста, ломай лицо. Защищайте меня, тупицы. Так, ну добьем уже, наверное. 12 же. 12. И сейчас троечка. Да он даже сгореть мог бы. GG. Альфа или уже вышел? Это еще альфа. После победы в бою Рад сможет получить награду души архитектора. Нужны для строительства и улучшения зданий на кладбище. Куски, необходимые для создания миньонов. Артефакты Ратса наделяют самую Ратса или миньонов с особыми возможностями. Мозг позволяет быстро повысить уровень миньонам. Кроме того, миньоны, которые не участвовали в бою, восстанавливают немного стойкости. Которые не участвовали в бою. Опа. Вот оно как, да? И сейчас мне надо следующую армию создать для того, чтобы эти чуть-чуть отдохнули. Хорошо. Ну, погнали следующих создавать. И артефакты посмотрим. Существует 4 основных типа артефактов. Оружие, броня, кольца и амулеты. Также встречаются расходники. Такие артефакты действуют только один бой. После чего исчезают. В начале игры Ратс получает в свое распоряжение один случайный артефакт. Позволяет Ратсу использовать в бою умение град черепов. Любой предмет исчезнет. Окей. Создание. Давайте, короче, крафтим еще существ посмотреть. Да, скелет ранен. А, наверное, нам нужен какой-нибудь маг. Вот мумия, например, да? На четвертую точку. I like to keep the embalmed organs. Потом часовой все-таки отправится с Брейнзой. И еще одного обычного скелетика. Они так дамажат-то неплохо. А эти будут отдыхать пока. Так, кто будет мумией и скелетом? Таркис даже для бедных. Ну что сразу для бедных-то? Матрикс. Я буду мумией и механик. Давай будешь мумией, хорошо. Белисар уже опоздал, прости. Ну давай, Белисар, ты тогда будешь скелетиком. Блин, скелеты такие расходные, на самом деле, по-моему. Играет визуально прям хорошо. Да, выглядит клево. Так, ну значит, этими можно дальше отправиться. Фонтан, восстанавливая магическое место, восстанавливая стойкость миньонам или ману и ратусу. Выберите боевую группу. Вторая, очевидно. Ну, манну восстановить. У меня 100 маны теперь. Окей. Ой, фига, здесь всю карту вообще видно. Магический сундук с артефактами. Стелла хранит историю былых сражений, на опыте которых могут обучиться миньоны или сам Ратус. Гробница. Да точно все еще обучение? Чё карта такая большая? Давайте на это сражение пойдем. Выглядит явно не так красиво и залезно, как оригинал. Ну, вообще-то Матрикс выглядит довольно прикольно. Ратус обладает следующими ресурсами. Манна расходуется при исполнении талантов веток магия, ярости и разрушения. Манна восполняется после победы в бою с помощью умений миньонов или во время некоторых событий на карте. Гнев расходуется миньонами для применения ультимативных способностей. Количество гнева возрастает во время боя. Посмотрите на мой большой бум. Так, окей, Белисар ходит первым. У нас уже 4 противника. Град черепов, что это? Этот самый свиток. Ратс наносит всем противникам 10 магического урона, поджигая цели на 2 хода, нанося дополнительно по 30 магического урона за ход. Фига. Это жестко. Так, оберегов ни у кого нету. Стражника, наверное, надо попробовать убить первым. Так, сейчас первым ходит Белисар. Неожиданная стойкость есть. Получает 6 брони и 6 сопротивления до следующего действия. Враги чаще атакуют скелета.
Где скелетики так-то танки. Связывает скелета с целью. Скелет теряет 30% текущего запаса стойкости. Цель теряет 30% босс, 15% текущего запаса рассудка. Ух, жесть какая. Блин, у этих броня есть у стражника так-то. Ну, кстати, шахтер побольше бьет, чем стражник. У него урон больше. И меткость у стражника не очень. Надо шахтера убивать все-таки первым. Ходит он, правда, сейчас уже. Ловушки. Способности, действия которых распространяются на конкретную позицию в зависимости от свойств ловушки. Персонаж находится на такой находящийся на такой позиции, получает отрицательный положительный эффект. Ловушка может быть уничтожена с помощью некоторых навыков или при размещении на этой позиции другой ловушки. Лисар, живи! О, по нему промахнулись. Найс. Надо было тебе танкование давать, да. Каждый раз, когда противник получает баф, рыцарь наносит урон. Не. Стрессовая атака. Блин, назад бы отпрыгнуть, но раз получает плюс 6 ман, ну окей. Ладно, надо тебя успеть убить. Пошли промахи, окей. Смотрим механика, он походу хилер, нет? Нет. Цепкие бинты. Наносит урон, цель получает минус 10 удачи на 2 хода. Стрессовая, наносит 6-7 урона выбранному и стоящему за ним врагам. Фига у тебя с этого, кстати. Ну блин, надо просто шахтера добивать. Кидает тут свои молотки. Блин, мы не успеваем его убить. Беда. 4 удара по 55 физического урона. Случайные. Можешь просто поджечь его. Не знаю, свиток юзать типа не хочется. Из вас поджечь. Чтобы отягу, чтобы начал потихоньку урон получать. Или вообще вот стражника, у которого хп дофига. Я ему, наверное, стресс буду вносить. Только как? Ох, как же надо пати изучать на самом деле, конечно. Блин, зомби еще в первых двух точках неплохо. Залп хороший урон наносит. Физика по двум. Да. Что-то сзади он на самом деле так себе настреливает. Давай работягу подожжем. Стойкий тип способности, которым обладают некоторые миньонные противники. Стойки различаются по продолжительности на один ход, за который персонаж входит в начале следующего хода. Стойк до конца боя находится стойки, пока ее не собьет любой, не закончится. Любая стойка сбивается с принудительным перемещением или оглушением. Цель описания не указана обратного. Ой-ой. Ой-ой-ой. Что, у меня скелет вообще не ходит? Может, это так ловушка действует, нет? Стрессовая. А у тебя какая стойка? Каждый раз, когда противник получает баф. Может, это все-таки вначале надо юзать? Шахтера 12 урона. Шахтер еще ходит не скоро. Ну а этому стойку скелетом попробуем сбить. Могу добивать, пытаться. И 13 урона минус удача. О! Он притягивает или что? Че у тебя за стойка вообще? Плюс 20 точности, 20 к урону. А, да, она притягивает, значит, я собью ему стойку. Найс. А, молоточком. О, рыцарь встал в эту точку. Неплохо, кстати, очень даже.
Так, что еще пушечное ядро? А, ульта, ярость накопилась немного. Физическая атака наносит 250-28-32 урона. Что-то стойка у него как-то не сбилась, по-моему. Можно зарезервировать следующего Dark Knight. Резервировать ничего нельзя. Смотрю в чат, выбираю рандомно. Вроде хп больше, чем у остальных. Попробую в первую или вторую позицию поставить. Ну вообще, да, зомби так-то очень танковый. 110. Кстати, двигать персонажей вообще нельзя. Походу. Я случайно. Ладно. Юзнул и юзнул. Как по манекенам, говорит, бить. Лязг щита наносит 12-14 урона всем стрессом. Ну такое. Неожиданная стойкость. Тебе бы потанчить. Кстати, два раза ходит. До следующего действия. Ну опять же, да. Не достаешь, печалька. Может тебя вообще добить. Кстати. Если честно, я хочу задефаться сейчас скелетом. Негоже столько хп терять. Эти бафы пошли. А, ну это баф подстегнуть. Это не стойка у него, да. Стойку я ему все-таки сбил. Хорошо. У тебя что за ульта? Все враги теряют 20 стойкости. Темный рыцарь восстанавливает стойкость в размере полученного врагами урона. Ну... неплохой килл, на самом деле, по двум противникам. Просто убийство. Но... надо оно мне. Да вроде не особо. Сколько жрет 65? А погнали. One by one, life vanishes from this. Да, темный рыцарь, конечно, довольно-таки жесткий. Лолопро, привет. Может, сабов использовать, я каким-то скелетом дрищом бы хотел быть. Можно, можно использовать, да. Что-то этот в последней точке тоже такой себе мумия. У нее еще и 100 хп, между прочим. Вообще непонятно пока, в каких точках использовать кого. Ну, стресс пробивать как-то пока бессмысленно. Выбранному и стоящему за ним. Критический удар. Давай попробуем. Стрессануть, ребят. О, он еще и вперед двигается. Бомбардировка. Опять. Да, он из последней точки вообще только бомбардировку делает. Скелет, живи, Белисар! Всем врагам стресс, да ну такое. Короче, пробивай броню. Просто и эффективно. Ловушка в жопу прилетела. Вот только что она делает, я пока не понимаю, его ловушка. Видимо, скорость замедляет. Стрессовая атака, стрессовая. 32-38, вау. Дополнительно наносит единичку урона за каждую единицу отрицательной удачи цели. И на нем уже нет отрицательной удачи. Фак. Дополнительно наносит 6-7 урона, если на мумии есть дебаф. Весело. И у мумии, кстати, еще обереги есть. Офигеть. А че он такая жесткая, механик? Один скелетик пока у нас. Давай попробуем тебя... страхом вырубить. Ага, защитная стойка. Хорошо. Не контратакуют, нет? Нет. Чё два выстрела всего? 4 же должно было быть. Сейчас
странно, почему вроде выстрел отменил. Давай дальше считуемся. Окей. Я даже не знаю, по стрессу убить или по хп. Да по хп уже проще. Хотя здесь все равно стрессом. Вон психоз на него накинули с паникой. Я на это не подписывался. Почти все попадания и... Белисар убивает. Надо было двойную атаку, два же шанса попасть было. Наконец-то левел у Иратуса плюс очко таланта. Хорошо. У скелетики чуть похилились, убираем опять одного скелетика. Не знаю, мумию надо вперед попробовать куда-нибудь. Зомби вперед. Хочу. Мы таланты прокачаем. Держивая победу в бою, Иратус повышает уровень, получает очки талантов. Они используются на развитие следующих веток. Алхимия повышает эффективность миньонов и экономики. Магия ослабляет противников в бою. Для использования необходима манна. Ярость усиливает миньонов в бою. Использование необходима манна. И разрушение наносит урон врагам. Так, открывает возможность преобразования одного вида ресурса в другой. Нет. Открывает возможность получать предметы из кусков. Нет. Дополнительно дистилляция позволяет из четырех одинаковых базовых ресурсов получить такой же уровень, качество выше. Это неплохо. Позволяет заменить куски миньонов таким же, но более высокого качества. Трансплантация. Иратус наносит цели 8 стресса урона. Миньон делает 2 шага вперед. Выбрана невеста Иратуса дополнительно. Получает плюс 25 к точности. Подстегнуть, то есть плеточкой ее ударить, да? Неплохо. Новых персов брать не можешь? Могу уже, Мерсер, могу. Миньоны получают... Две инициативы на два действия. Враг теряет минус 25 удачи до конца. О, тут с мумиями жестко. 75 маны, правда, в случае победы. Иратус получит вампира, если враг с этим дебафом сбежит из боя. Прикольно. Я хочу вампира. Манна у меня есть, давайте попробуем. Сейчас возьмем баншу. Сделаем еще одну баншу. Есть тяночки, кто-то хочет быть баншей. И давайте вот так вот попробуем пасть собрать. Первая банша у нас Эродир. То есть есть тян. Мэй, хочешь быть большой? Вместо висталки. Для кунов есть персы, но пока забито все. Я только банш хочу сделать. Кто это? Вот эта замечательная леди в платье. Давай, окей. Ветераны Darkest Dungeon врываются в бой. Так, ну пойдем забирать халявный сундук. Наверное, халявный, не знаю. Вдруг здесь что-то произойдет по дороге. Да как-то нет. Оп! Выберите дар. Деяние палача. Если 3 или более миньона были уничтожены в бою, Иратус получит максимум маны. Нет! В случае победы Иратус имеет 50% шанс найти артефакт за каждого погибшего миньона в бою. Нет, я не хочу, чтобы миньоны умирали. Кольцо очищения дает Иратусу доступ к особому таланту ветки Ярость. Снимает все бафы с выбранного миньона. За каждый снятый баф Иратус получает, восстанавливает 3 маны. Блин, ну ладно, давайте вот эту тему. Найти артефакт за каждого погибшего миньона. Кажется, их все-таки надо убивать. Элитный отряд врагов. Давайте вампира сейчас на вот этом сражении попробуем получить. Беды придут на ваши земли. Ха, fuck you. Так, самый грустный здесь заключенный. У него всего 60. У этого 65. А удача у кого больше всех?
Дальше у работяги. Ну, у работягу мы минусами просто. Блин, заключенного хп мало, его бы просто по хп пробить. Давайте шахтера будем минусовать. Кидаем на него метку на дебаф. И погнали ужас накидывать. Стойка при перемещении врага наносит ему стрессовый урон. Это просто наносит стрессовый урон. Впитать страх. Восстанавливает рассудок врага, восполняет рацию манну в количестве 30% восстановленного рассудка. Бвополь. Все мобы получают ужас на следующее действие. Да не, просто закидываем шахтера сейчас. Криками и все. С четвертой позиции выше шанс сбежать, кстати. Да, есть такое, помню. Надо их толкать. А это толкает? Нет. Это не толкает, к сожалению. При перемещении врага. Блин, надо было вот это вначале кастануть стойку. О, погнали сейчас стойку попробуем. Проклятие наносит урон. Проклятие цель на два хода наносит дополнительное урон в ход. Ага, проклинает цель, понял. Стрессовая выбранному врагу и стоящему за ними. Видимо, этот раунд у меня дебаф из союзников снимает. Теряет всю инициативу. 0-6 стойкости мумии, закажет снять дебаф. Не нужно. Давай вот так вот. Крит стрессом хорош. Потому что я вижу свои внутренности, ох. Так, ну давайте стойку. Каждый раз, когда противник получает баф, наносит ему стресс-урон. Тупо на стрессе попытаемся их закидать сейчас. О! Это как раз то, что надо. Плюс одно действие в начале хода получает 15 стрессового урона. Кажется, у меня в стресс уйдет вот этот чувак. Блин, стойка-то закончилась. Печально. Ну. Погнали дальше стресс. Крит хорош. Психоз берсерк. 50 шанс атаковать дружественную цель. Красиво, красиво. Стрессовая атака. 32-38 наносит доп. Единичку стресса за каждую единицу отрицательной удачи цели. Блин. Но это вот по нему-то можно, кстати. Но я не хочу, наверное, не. Снять дебаф. У меня один дебаф, все. На минус инициативу. Все дебафы со всех союзников. Интересно. Блин, я не очень хочу, чтобы он умер, как бы. Я хочу, чтобы он сбежал. Поэтому давайте вот по нему просто ударим. Ауч. Вот это было больно. О, банш, что, магическая атака. 1-2 урона. Цели пропускают следующий ход. Вау. А почему не можешь? Потому что точка поближе нужна. Фак. Все враги теряют 4 атаки на следующее действие и не суммируются. Погнали! Your cries are music to me. Блин, ну банши такие прям саппортные получаются. Радир, что можешь сделать? Поскольку у тебя минус вся инициатива, может быть, стойку поставить? Что-то мумии больно как-то очень. Ага. Переместил его, молодец. Хороший берсерк. Оп, минус. Отличненько. Так, у тебя минус 20, 10 удачи пока что только, да? Давай вот так. Ну, этого, кстати, два щита.
этого я до этого не заметил. Братан, давай-ка ты умрешь просто. Сейчас. Хоть 72. И он выжил. Нет, не выжил. Окей. И ты сдох, а не сбежал, к сожалению. Ладно. Чё поделаешь? Рассудок врага восполняет манну. О. Давай криками, чё уж делать. Пустой взор. Маску снял. Прикольная анимация. Минус дамаг. Блин, банш на третьей позиции полезная, прям очень. С вот этим вот сопрано. И на первой позиции со станчиками. Да, вот на первой, кстати, очень хорошо идет. Блин, ну вот я проклятие крови не сделал. Печаль. Чет не умер, чет уникает в игру. Hades Garden, не знаю пока. Вообще понятия не имею. Слушай, ну давай похилимся. Хоть немного, но все-таки. Смотрите, дебаф, у меня нет дебафов. Психоз, паника. Минус 30 точности, плюс 30 к шансу. Надо было в конце кастовать это проклятие крови на того, на кого паника попадет. Что-то я не очень умный на самом деле. Гуманну восстановим Иратусу. Паника, кстати, не вылечилась от этого. Забавно. За 3 стресса, за каждый баф или дебаф. Ага, понял. Планирует отступление. Бежит в начале следующего хода. Промах. F. Давай мы сердце минусанем как-нибудь. Попробуем. Умри от сердечного приступа, чувак. До того, как сбежишь. Нет, к сожалению, он все-таки сбежал. Это курица. А, все раненые. Так, трисмегист похилился. Брынза фуловый. Механика убираем в доп-сквад. Так, миньоны левел получили. Миньоны также развиваются и могут быть улучшены несколькими способами. Повышение уровня миньона увеличивает максимальную стойкость и позволяет улучшить способности. Усиливает саму способность, а также дает бонус к характеристикам. Использование кусков улучшает миньонов качество. Повышает характеристики. Предмет наделяет миньон с дополнительными особенностями. Мозг позволяет миньону мгновенно получить несколько уровней. Фига. IQ 60. Ну, пока самый сильный здесь часовой. Так, чё улучшаем? Дополнительно наносит урон равный плюс 2 от брони. Острие бездны. Острие атаки. Наносит урон равный 100% брони. Пойду посижу в саркофаге, да, механик, у тебя похилится. Трисмегистра возвращаем. Поддержка снимает с темного рыцаря все дебафы. Че еще? Ротс получает 12 манны. Снимает с темного рыцаря все дебафы, и Ротс получает 15 гнева. Каждый раз, когда противник получает дебаф, рыцарь снимает ему 11-13 стресс, то есть плюс стресс урон, либо плюс 2 брони. А что, просто так или только в стойке? Бесчувственный выпад. Я вообще юзал хоть раз? А, один раз юзал, да. Дополнительно равный сумме брони. Дополнительно 2-3 урона за каждый баф или дебаф.
Ну, пока самый топ, мне кажется, это... Не знаю, стойка на бафы противников. Получение брони в ней. Не знаю. Мне кажется, нормальная тема. Rest, так, Мэй, чего тебе повысить? Я бы ее вообще в первую, на самом деле, точку поставил. Чтобы станчики накидывала. Этот вопль. Сопрано юзается. Все враги теряют 4 атаки и 4 уклонения на следующее действие. Либо враги теряют 6 атаки. И вообще на третью точку, чтобы все-таки сбивало атаку. Инблок и оберег пока находится в стойке. Фига. И то есть, и вот эту пассивку я тоже получил, правильно? Да, я все-таки, смотрите, я получил 2 сопротивления. То есть здесь и пассивка, и улучшение способности. Угу. Это интересно. Че, это инициатива, да? Давайте вот так. Минус 6 атаки. Зомби хочет мозги. Зомби хочет в бой, да? Ну да, скорее всего, на самом деле. Я думаю, вот так вот сделать вообще. Так, аэродир у нас будет главный по накидыванию стресса. Не знаю чем, вот этим. Перемещает цель на случайную позицию. Снимает себе баф из цели. Ибо цель теряет 8 уклонения. Это же не главное, чтобы нежить называли твоим именем. Конечно же, главное. Испугали работягу, чтобы он убежал? Нет, вампира, к сожалению, не получилось взять. Блин, выбор пока тяжелый. Надо все запоминать. Все союзники получают ужаса. И 4 атаки, и плюс 4 ужаса. Во, вот это неплохой баф так-то. Все, отлично. Механику не знаю даже. Как вот эти апнуть? Почему нельзя? Ульту. Сколько тут очков способностей нужно? У тебя есть 6 мозгов. Фига. Прокачка плюс стойкости. Ну чё? А это откуда улучшение? 4 стойкости, 2 инициативы. Я же здесь еще ничего не вкачал пока. Просто... А, просто за левел плюс 5 хп, да, конечно. Там же было написано. Не знаю, физика вот это норм. Которые удачу отнимают. Минус 20 удач, либо плюс урон. Стресс игнорирует оберег, фигня. Становит альтерацию 3 гнева, закажет снять дебаф. Блин, это прикольно. И плюс урон я получу. Просто так. Го, вот эту штуку возьмем. А, ну и чё, и кому? Ну давайте попробуем один мозг юзнуть. На часового, к примеру. Уровень IQ 20. Я ему заменил мозг. И IQ стал 60, а это 4-й уровень сразу же. Вау. Ульта. Все враги теряют 25 стойкости. Темный рыцарь становится стойк в размере полученного врагами урона. Плюс 2 брони Макдефа, да? Цель теряет 50 стойкости, темный рыцарь. А, одна. А, ну это и меняет с АОЕшки на сингл-таргет. Ну, кстати, сингл-таргет-то получше будет, если честно.
единичку потратил. Окей. Дальше. Дополнительный урон от брони вот сюда поставим. Дальше. My conquest is not yet complete. Менять нельзя, да? Менять нельзя. Еще плюс броня. Что чисто в танка, чисто в танка. И... Он наносит 4-5 стресса урон за каждый баф или дебаф. Или просто без бафов, дебафов, но 120%. Не, вот эта штука мощнее будет. Окей, не, это был один мозг с IQ 60, то есть мозг 6 уровня. Дисперсис 12 IQ, ну вот 10 IQ, первый уровень. Короче, мозг это уровень, то как скелеты хорошо действуют. Давайте так пока еще прогуляемся. Жертвенный алтарь. Жертвуя миньонами, Радус получает предметы и артефакты. Кстати, назад двигаться... Назад двигаться нельзя. Здесь элитный отряд и древний гроб. Понять историю былых сражений, на опыте которых может обучиться миньон и сам Радус. Кстати, я и Радус-то не апнул, по-моему. Он у меня третий уровень получил. Да. Yeah. Призраки получают плюс 7 блока, плюс 1 берег. О. Вредный миньон теряет удачу, получает атаку и ужас. Каждый промах охотника за головами и Радус получает плюс 10 гнева. У меня нет охотников за головами. Продлевает все эффекты воспламенения на выбранном противнике. Миньон получает 2 инициативы. Если Радус имеет 25 гнева и более... Наносит цели 40-50 стресса урон случайно. Миньон получает 20-ку физики. Вау. Наносит 14-18 физ урона врагам на первой и второй позициях. Вот эта штука, наверное, очень мощная будет. Давайте возьмем. Слушайте, ну, мне на самом деле нравится вот эта вот тема жертвы миньонов. Получай предметы и артефакты. Но я хочу на элитный отряд попробовать нарваться. Я не думаю, что мы его переживем, но мы попробуем. Выберите, кого обучить. 200 очков опыта для Иратуса. Миньоны в отряде получают 4 очка опыта. Иратус, конечно же! Простите, миньоны. Ах, левел только я не получил. Стоп, 200 же было. Должен же был апнуть уровень, нет? А, нет, все-таки апнул, я третьего. Раз дважды наносит цели по 8-16 физики. Мне еще понравилась вот эта тема. Если есть гнев, то миньон получает инициативу. То есть гнев-то даже тратить не надо. Устанавливает ловушку, через два раунда ловушка взрывается, носит 50 магического урона персонажа на этой позиции, фига. Вот это вот выглядит как пассивка, ритм войны. Ну, давайте попробуем, конечно, первые уровни, но элитный отряд, let's go. Ай. Выглядит страшно. Элитный стражник, 120 этого. Каменный голем, у которого 7 брони и вообще нету 50% шанс перенаправления на себя. Ладно, особенность. Неуязвим к стрессовым атакам поджигания, не сбегает. 50 шанс перенаправить на себя атаку или дебаф союзника, находящегося за големом. А, то есть он танчит, понятно. Пророк, 16-27. У них урон что-то охренеть какой жесткий. Выбрать талант для этого слота. В красном отображается количество очков таланта, только что заметил, пока на слева фиолетовой полоски. Понял. Эй, это ГГ, да, что-то мне тоже кажется, что это ГГ.
На первой и второй позиции Хонли. Ну давай-ка стой, чё. Надо вот этих двух убивать. Стрессом пророка, наверное, закидывать, не знаю. Мэй, живи! Типа сейчас первое, что я могу сделать, это затыкать стражника. 30% текущего запаса рассудка. Это можно на пророка кинуть. Убьете опосредственности. Не, вначале убиваем тебя. Надо было броню пробивать выпадом. Перемещение врага наносит урон. Я не знаю, насколько они будут перемещаться. По-моему, они не очень планируют. Фига, у тебя 3 оберега. Пока пророк жив, его союзники получают минус 100% шансов сбежать с поля боя. Минус 40% шанс попасть в психоз. Окей. Давай стойку попробуем. Метка. Промах, хорошо. Че, поджигаем стражника? Я ему вообще урон не нанесу, он в броне как бы. Но я надеюсь, что это его подожжет хотя бы. А, не, нанес 3. А почему? Потому что дамаг 3-4. А броня, написано, снижает. Ну, видимо, ниже минимума снизить не может. Погнали еще костяное копье. Нет, не то костяное копье, ну. Ладно. Лязг щита наносит 12-14 урона стрессом всем. Какой смысл, если голем не получает стрессового урона? Сбивай его, трисмегист, сбивай его! Ловушечка. Десятку сразу цель гарантированно получает критический... А, это метка, ёпта! Боже мой, часовой, живи. Еще мы тебя похилим, не переживай. Ща я яростью ульту юзну. Пушечное ядро физатака наносит 28-32 физурона. А я вот этого и так сейчас убью. Я ему 50-ку с него часовым с вампирю. Поэтому поджигаем голема, что делать? Поглощено броней, не воспри... Неуязвим к поджиганию. Сейчас бы читать. Сейчас бы читать. Ну ладно, часовой живой, все хорошо. А почему они все живы на фул? Как ты похилился? Их дед хилит. Шанс впасть в психоз уменьшает. Надсмотрщик, если умирает, восстанавливает рассудок. Ну, фигня. Ладно, надо голем просто убивать уже. Он что-то жесткий. Блин, мне бы крешендо юзнуть, но для этого надо двигать своих. Вообще игнорируешь броню, да? Ну давай игнорируй броню, значит, у голема ломаем лицо. Ау. 28-32 физурона, пушечное ядро. И толкает меня назад. Вот это очень хорошо. Давай голема. В начале следующего хода нанесет 100% магического урона всем, кроме себя. Грядет конец от пророка. А, ему бы стойку сбить как-нибудь. Это только скелетик сможет сделать.
И то, если назад отойдет. Удобно. Ну все, сейчас пророк. Перемещает цель на случайную позицию. Перемещение отнимает ход, но у него 4 оберега. Я вот не знаю, перемещение пройдет или нет. Попробуем хотя бы. Не пройдет. Перемещение. И он снова юзает, грядет конец. Кажется, Леди Мэй действительно грядет конец сейчас. Ты можешь только бомбардировку юзнуть. А, больно. Больно-то как. Я очень надеюсь, что голем умрет от АОЕшки. А, у него еще и баф к точности и к урону. Говно. Связан скелета с целью, цель теряет урон от стресса. Да не. Добивай просто и все. Become part of the breathless tide. КЗ, что сейчас делать с этим, с пророком? Он какой-то очень жесткий. Попробуем крешендо на них юзнуть. Берег сняли. Он только сейчас встал в стойку, опять. А почему? Ладно, я не буду задаваться этими вопросами. Мужик, добьешь его? Нет. 5-6 урона плюс от брони. 100%. То есть 20 и 5-6. Да, убивает. Должен. Хорош. Worthless as you were in life, you will be worth something in death. Стойка сошла у пророка. Смотри анимацию. Я не знаю, почему она сошла в стак. Ладно, чем его убивать-то? Каждый раз, когда противник получает дебаф, не... Снимает с рыцаря дебафы. Не, тут плюс инициатива. Сколько у него стресс? Не, ему по хп надо бить. Хоть он там и в блоках стоит, я буду свободна. Надсмотрщик толкнул. А, может быть, да, точно. Может быть. Плюс 6 ужаса на следующее действие для того, что... Ага, банша со скелетом вообще, кстати, не работает на эти бафы. Пробиваем блок 2 раза, да? Да? А, ну или делаем дабл промах. Прощайте, Мэй. Прощай, кто там который был? Белисар, да? Магическая атака. По дальним целям не бьет. Воспламенение тоже магией бьет. Значит, я только физику могу сейчас сделать по нему. Потом могу 50 урона ему еще нанести. 28-32 за 40 ярости. Не, давай снимаем с него щит. И мне не хватает, я думал, хватит. Лол. Ну, ладно. О, боги, промахи, часовой реально за лепера играет. Он сбежал, все. Получили 50 душ архитектора, прах, оружие, броня, кровь. Окей. Да, дед тащит. Нужны новые мобы. А, не, не Белисара мы потеряли. Подождите, а кто первым скелетом был? Трисмегист был. Да, 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 Трисмегист был первым скелетом.
Эй. Постройте здание на кладбище. У меня задание. А где кладбище? О, кладбище. Освобожденный Ратс постепенно обустраивает кладбище, где был погребен. Постройка и улучшение зданий требует принесения в жертву миньона и специального ресурса. Душ архитектора. Чтобы использовать здание, в него нужно отправить миньонов. Каждый следующий древний захоронение миньона находит случайный кусок. Действует после победы в бою. Морг. Аура смерти полностью оставляет миньонам стойкость. Действует после победы в бою. Для постройки требуется зомби. Монумент некроманта. Восхваляя некроманта, у монумента каждый миньон восстанавливает рация 10 манны. Озеро мертвецов. Вглядываясь в мутную воду, каждый миньон имеет 20% шанс обнаружить в озере случайно вещи Ратуса после победы. Обелиск. Магический обелиск притягивает заблудшие души. Души архитектора. Окей. Каждый миньон, изучая древние книги, дает Ратусу 50 опыта. Надо пожертвовать темного рыцаря. Обитель гнева. Каждый миньон дает Ратусу 12 гнева. Ну, у меня такой вопрос к вам, чатик. Кто хочет в морг? Кто хочет за зомби пойти в морг? В принципе, Брынза так-то раненый. Брынза так-то раненый. Можно его отправить в морг, пускай гниет там дальше. Нет, не хочешь. Но здесь я командую, как бы. Уровень первый, раненый как-то, ну. Тебе еще один перс получит, что я рощу бабы. Ну, посмотрим. Какие тут есть типы миньонов, сейчас покажу. У нас еще нету охотника за головами безголового. У нас еще нету призрака. Вообще. Ну вот, а так, скелеты, рыцари всякие. И слушай, Брынза, у него 10 IQ. Дарт Рейвен, я видел, что ты хочешь перца. Привет, доктор Чивари, это что-то типа ДД? Да, это что-то типа ДД. Охотник в душе, кстати, не, не РСРТ, обычный скелетик. Собирай и разлагай. Так, ну смотрите, ладно, давайте Брынзу лучше полечим, но перед этим сделаем зомби, выбираю рандомного ансаба в чатике. Дэмиан Провер, ты чё, ансаб? Придется умереть. They will be expecting cannon fodder, but I will give them cannons instead. Всё. Можно построить морг. Блин, Брынзу хочу отдать. Хорошо, мы построили морг. Теперь. Аура смерти полностью восстанавливает миньонам стойкость. Действует после победы в бою. То есть я могу похилить того же Брынзу. Пока что, например, механика взять. Пать. Надо бы новых на самом деле посмотреть. Давайте пока этим пати пройдемся. Хотя надо кладбище строить, пока есть ресы. Пока есть ресы, надо строить кладбище. А что это за улучшение? Ага, улучшение морга за призрака. Я понял. Вот только что еще. Монумент некроманта, чтобы манну ресать. Да не. Мумия полуживая. Возможно, я кого-то нового возьму, да, в пать сейчас. Каждое следующее древнее захоронение находит случайный кусок. Да вот скелетика, чтобы куски искали. Невесты Ратса, кто пароли? Нет, пока не пробовал. Этим скелетом будет...
Ой, я вижу еще бывшего саба, Менда. Пойдешь на благо нынешних сабов трудиться сейчас в раскопках. Арсений, привет. А, только сюда надо кого-то отправить, а значит, надо кого-то создать. Давайте скрафтим жену Иратуса, невесту. Выглядит как в моей молодости. Тян, кто хочет быть невестой Иратуса? Тян из чатика. Хотя, стоп, нет, я туда механика отправлю, а невеста сейчас пойдет, наверное, пофайтиться. Механик, иди работай. Попытка номер два. Ну подожди, Мэй, давай еще кому-нибудь дадим шанс. Ой, Сингол, привет. Где есть еще Тян? Нанека Чи, помню, была в чатике. Манул? Манул, хочешь быть? Да, вижу, Манул, кстати. Невеста Иратуса. Больше нет тянок. Да что значит нет тянок? Ну, точно кто-нибудь должен быть. Можно притвориться женщиной. Мне нужно покушать, кстати. Акима не назови. Да ее в невесты, лол. Being alive is this exciting. I might as well climb back into my tomb. Я тебя вижу, все, я нашел. Тян в чате, пойдем. Будешь первый Тян Иратуса. Что дальше-то делать? Старинный гроб с предметами, события, в которых принимает участие Иратус или боевая группа. Еще события. Стелла для экспы. Гробница с упокоенными миньонами, ожидающими своего часа. Здесь тоже будут ивенты. Жертвенный алтарь получает предметы и артефакты. Что-то довольно важная тема, мне кажется, жертвенный алтарь. Дуксартами похилиться бы где-то. Давайте на события посмотрим, какие тут ивенты есть. Орда мертвецов растет, прославляя некроманта. Вскоре миньоны начинают слушать что-то еще, кроме зова своего господина. Кажется, эти звуки исходят по другую сторону каменной стены. Оказывается, это вовсе не стена, а обвал. За грудой камней заперта кучка шахтеров. Свежие тела всегда пригодятся для дела. Но стоит ли вообще тратить на жалкие души этих смертных? Позволить зомби позаботиться об этом, получить ресурсы. Шансы на успех — освободить шахтеров 60% и убить их. Мертвые тела изнывают от тяжести камней, сквозь которые они с трудом пробиваются, медленно расчищая путь. Но один неосторожный рывок провоцирует очередной обвал, который убивает заточенных рабов и наносит увечья нескольким миньонам. Фак! Только после победы в бою. Ну погнали драться, что делать? Опять каменный голем, да вы издеваетесь надо мной. Ну погнали его избивать, скелет. Я думаю, Белисар сейчас, в принципе, справится. Он броню хорошо пробивает. Просто и эффективно. Ловушечка, ай. Которая я все еще не очень знаю, что делать. Не, она, короче, замедляет. Замедляет персонажа, да. Так, пронзить грудь. Физ-атака. Крит урон наносит 200. Хорошо. Пламя любви. Воспламенение. 13-16 урон поджигает цель.
Дозор при перемещении врага наносит ему из урон. Стойка. Они, может, сейчас будут перемещаться. Кстати, баф невесты получает плюс 4 атаки и 4 ужаса до конца боя. Лол, давай просто думать о нем вначале. Неувим к стрессовым поджиганию. Ну, хоть дебаф-то получится. Дебаф получил. Илисар! Я тут нашел наконец-то камбу. Часовой плюс аэродир. На стресс-урон. Но вначале нам надо убить тебя. Разбирайтесь с ними сами. Руки марать не хочется. Стресс-урон по всем. Нет, бесполезно. Давай, не сорвало мое лицо. Блин, вот только апнул я себе физурон, и что дальше? Упреждающий выстрел, стрессовая атака. Блин, он только магию. Я его хочу. Перемещение врага. Так, надо начинать одного из этих убивать, тебя, например. Nice shot, sweetie. Oh my! Kill, my darling, kill. Хейш, хорош! Промахнулся, окей. Найс. Надо начинать их как-то стрессом, может, закидывать. Вот тебе... Нет, тебя уже смысла стрессом закидывать нет. Вот тебя надо стрессом будет убить. Психоз, берсерк, может, по своим будет атаковать. Нет, Белисар, нет! Congratulations. You entertained me. No! Месть от часового. Тупо месть. Так, надо стрессухой, наверное, фигачить, да? Либо вот тебя физикой просто добить, попробую. Тебя физикой попробуем добить. Стоп, он тогда умрет и восстановит стресса этому чуваку. Блин. Ну что поделаешь? Fresh corpses. Поглощено броней. Вот это было легко. Цели пропускают следующий ход. Давай. Стань их, Эродир, стань их. Хм. Или по физике просто пробить тебя? Не, давай вначале тебя стрессом уничтожим сейчас. Крит 29, хорош. Хэйч прям критует что-то жестко. Сколько у нее вообще шанс крита? Уже, правда, берсерк. 12% шанс крита. Ну, неплохо, да. Так, ну давай еще попробую его добить. Сердечный приступ. Не. Ух ты, мои радир плеточка избивают. Так, попробуй критануть сюда. Нюк. Ты делай так. This is what a thousand years of evolution looks like. Pathetic.
Ритм войны, кстати, работает, смотрите. Это если у нас больше 25. Да, это хорошая пассивка на Иратус, прям. Супер. Смысл ему рассудок снижать, непонятно. На помощь! Не можешь попасть? Ой, да ладно. Стойка на перемещение, стрессовая. Ну, 19 урона тоже нормально. Все, это килл, по идее. Ладно, нет, нифига. И восстановить пока хз. Жетон Хуманария, надсмотрщик. Что бы это ни было. Вообще можно вебку уже вернуть. Те же скелеты, это такие щит команды на один бой. Почему они хилятся от смерти? Они не хилились, они восстанавливали стресс же, Зович. Или их ХП тоже. Не знаю, я не обратил внимания, по-моему, стресс восстанавливали. О, смотрите, зеленая эктоплазма, зеленое оружие. Можно уже каких-то скелетов получше делать. Так, Бринза восстановил ХП. Стальные шипы. Старт хода на второй позиции. 4 удачи на 3 хода, суммируется не более 3 раз. Это типа шмотки для ребят, да? Ну, часовой должен на 4, по-моему, стартовать. Так, ладно. Возвращаем из морга тебя. Тебя... Рейдер похилится. Тебя все так же на раскопке, механик. О, третий уровень мозга еще есть. Может скрафтить кого-то крутого? Плюс один удача, зеленый экток плазмы дает, плюс один уклонение, зеленое оружие. Ага. Ну, к примеру, вот эктоплазма нужна для призрака. У нас до сих пор нету призрака ни одного. Плюс один удача у него будет. Трепьё. Что у нас за способность? Вторая точка, третья точка. Ага, второй, третьей позиции. Так, а вот эти можно снимать и надевать? Нет, нельзя, походу. Дал удачу призраку, не знаю зачем. Стальные шипы. Да, шмотки снимать нельзя, окей. Слушай, ну давайте хейдж дадим мозг, хотя она прокачивается уже. Скелетик с уклонением. От оружия-то. Давайте сразу третьего уровня мозг дадим. Призраку, не знаю пока чё, но мне нужны сильные мобы. Так, у него атака магии в основном. Цель не может... Так, наносит урон. Цель не может передвигаться в следующий ход. Снимает с цели все бафы. Цель теряет 15 уклонения и стрессом бьет. Проклинает цель на 2 хода, нося урон. Призрак получает 6 ужаса. До конца боя. Да. Ловушка создает облако тумана на 2 раунда. Каждый миньон, находящийся в облаке, получает плюс 25 уклонений. Нифига. На 3 раунда. Либо 35 уклонений. Ну вот это как сейв клево очень. No. И, наверное, надо стрессовать побольше как-то. Ага, эта штука толкать врага будет. Толкать это круто. Берем вот так. Призрак — это, походу, антикварка, значит, такое. Так, окей. События не хочу. Давайте в гробницу. Здесь миньоны какие-то ожидают своего часа. Выберите персонажа для воскрешения. Вот таких я даже крафтить не могу. Сейчас бы зомби воскрешать, как бы. Это похоже на вампира. Тяночка какая-то. Звучит круто. А, я призрака не назвал же еще. Сейчас кого-нибудь выберем.
Да, больше персовчик так мало, то я пока создаю столько, сколько мне надо. Блин, ну вот этот скелет выглядит круто. Очень круто. Го его попробуем. Костяной голем. 135 хп. Точность такая себе. Так, ну кто хочет быть големом? Давайте так. И призраком. Уже меня этим скелетом... Нет, Мерсер, ты будешь обычным скелетом, чтобы ты умер. От пауков, прости. Дипфир. О, мне кажется, Дипфир будет... Из Дипа получится хороший призрак. Хотя бы по нику. Голема назови просто ансабы. Первая, вторая точка, первая, вторая точка. И 4. Первая. Короче, это прям топ-танк. Голема. Давай с Уронера будешь големом. Раз уж непонятно, это скелет тянки или куны, или всего вместе взятого, будешь ты. Окей, епо. Так, надо, чтобы Хейсиш, наверное, похилилась просто чуть-чуть тогда. Сделаем вот так. Хотя бы чуть-чуть. Ну и погнали, сражение. Голем плюс ансамы. Хорошо бьешь, стойка, коварный удар. Сейчас мы тебе эту стойку чем-нибудь собьем, подожди. Так. А вот эти ребята-то... Очень коцанные заключенные, между прочим. А вот мечник какой-то здесь жесткий. Но бьют заключенные сильно, поэтому их надо сразу тыкать. Голем по Сорнеро. Крафти призрак и лучший морг до второго уровня, или он так не работает? Ну, можно и так, да. Не знаю, походу в обучении слишком много ресов дают в начале. Мне вот, я не уверен пока. Как все это работает? Так, волна страха сразу могу, ярость. Что, зачем? Наносит 65 стресса, все противники случайным образом меняют свои позиции. Но вообще, чтобы не получить коварный удар, ну я думаю, я их убью как-нибудь. Магическая только из второй точки. Эволюция. Баф получает плюс 6 ужаса. Призрак дважды, кстати, будет ходить сейчас. Я могу, в принципе, толкнуть себя вперед. Ты по каким точкам бьешь? Ты можешь по дальним ударить? Снижает атаку цели на одну единицу за каждые 10 недостающих единиц стойкости. 15-15. Жаль, но не убьешь. Целим урон 50% недостающей стойкости голема. Не промахивается этой атакой и погибает после ее применения. What? С третьей точки что можешь делать? Восстанавливать хп. Бафать блок. Голем теряет стойкость. О, ёпта, это надо было все-таки Мерсера этим големом делать. А ульта что делает? Физатака по всем. Шанс оглушить. 12-15 урона. 25 будет стоить. Но я думаю, лучше ультануть на самом деле им будет. И надо, наверное, не знаю, стрессуху... Стоп, если я тебя толкаю на 2... Значит, ты тоже двигаешься, и у тебя отменяется коварный удар, нет? А, почему-то нет. Блин, зомби в последней точке бесполезен, реально. Брынза что-то такое. Могу ультить. Марш осколков. Промахнулся по тому, по кому нельзя было промахиваться. Как повезло-то, боже. Они какие-то там стойки делают. Сейчас мы их добьем в любом случае. Ага. Life vanishes from this world. Стресса им. А, дальше чё? Этот встанет, пропуск хода, окей. Ловушка на уклонение. Мечник сейчас бить будет.
Мне кажется, можно сейчас подлететь вперед и големом потом подойти и похилиться. 15% стойкости. Ну а чё мне ужас получать? Проклинать цель, нанося доп. Урон. Ага. Надо стражника проклинать сейчас. Мечник пока только первый таргет бьет, и то так себе. Блин, Брэнза, все, что делает Брэнза, это бьет вот этой одной атакой. Так, 12-15 урона, да? Маловато. Снижает атаку цель на единицу за каждые 10 недостающих единиц стойкости. Дополнительно наносит 1 единицу за каждые 10 недостающих единиц стойкости. О. Давай тебе атаку снизим. Может, я успею тебя убить как-нибудь? У меня нету физурона вообще по третьей точке. Врагу и стоящему за ним, да? Снимает с цели все бафы. Цель теряет уклонение. Давайте попробуем разок ловушку. А, противники передвигаются на случайной позиции, значит, его подготовка все равно сработает. Ладно. Whatever. Минус 25 уклонения. У него оно вообще было. У меня дебаф, и Ратус получает ману. А давайте два антимею с ним. Мне кажется, у него было 0 уклонения, это же как лепер, мне кажется, походу. Да, у него было 0 уклонения, так что я зря с него дебафы снимал. Ну, это, конечно уж. Че, 5 осколки? Не, бесполезно. Одно, минус одна атака. За каждую недостающую единицу. Ну, давай так и сделаем сейчас. Тебе минус урон. Ага. Добей рогу! Ну, блин, ну куда? Ну, не знаю, что с вами делать. Переименовывай в Мерсера, я определенно против. По поводу чего? Блин, игра альтабается плохо. Дорога, милый мир. Да, это русская игра. Так, ну хорошо, здесь мы убиваем. Ну. Смоуки, we must stand together, вот я спасибо. Желать экзамены на ура. Теперь можно на стримах залипать тианловить. Спасибо тебе за 4-й месяц. Поздравляю со сдачей экзаменов. Грац. Давай так. Призрачный туман в эту точку. Угу. Добей! Брынза, наконец-то полезный. Наконец-то полезный, ура. Психоз, фатализм. Получает на 33% больше урона. Теряет всю броню, блоки, обереги. Найс. Ты почти умер, кстати, от физики. Но только от физики. Здесь точности крит урон на 50 больше, жесть. Ладно, давай так, на тебя накинем поджог. Здесь я хотел подойти вперед и похилиться. И встать в туман, чтобы по мне промахивались. А ты, я не знаю, убей его. И похилься, хорош. Задает об... Можно еще... На этом облаке можно потихоньку восстанавливать манну, например.
Сражаешься с противниками. Ну, к примеру, и ХП. Вот так. Еще 20 ХП восстановили. Кажется, я нашел сустейн билд неплохой. Без чистого урона. Обафай себя. Промах и обычный дамаг. Отлично. Иратус может восстановить немного манны. Ну, не Иратуса, а Иратусу. Супер. Призрачный туман. И как только он начнет сбегать, я просто... буду его убивать. Магическая атака, 14-16 урона. Ждать меня, сможешь совершить действие в конце раунда. Давайте попробуем подождать разок. Мне интересно, куда он подвинется. То есть вот зомби. Чуть вперед передвинулся. Окей, окей. Это тоже надо юзать. Голем, восстанавливай стойкость. Ага, норм. Ничего страшного. Двойной урон я потерял. Нет, он действует до любой атаки следующей. Тример увлечен, наверное, интересная игра. Да, да, мне очень нравится пока что. Стоп, все союзники... А, все противники меняют, да. Верно. Прессовое проклятие. У призраков чуть уклонение 0, кстати. Ну-ка, еще раз попытка подождать. Все равно за врага переместился. Жалко. Очень жалко. Ладно, давай убивать. Такой пальчиком тык. Усачи уже были? Нет, усачей не было пока. Слушайте, а что за жетон я получил? Так, Эрадир похилилась, и мы получили тряпье. Хорошо. Кого теперь хилять? Вроде никого особо и не надо. Сколько у меня талантов? У меня 4 очка талантов, которые я не юзаю. В начале своего хода меня получает плюс 6 ужаса на один ход. Слираться имеет более 50 гнева. Офигенная тема. Пассивка просто супер. Нужно что-то на восстановление манны. Продлевать все эффекты воспламенения за 5 манны. Нет. За каждый промах охотника за головами и радость получать 10 гнева. Нет. Все миньонные враги получают плюс 10 удачи в конце боя. Все миньоны получают 2 инициативы. Призраки получают 1 блок и оберег. Пассивный баф призраков. Круто, кстати. 8 стрессового урона позволяет заменять куски на более высокого качества. Мумии получают плюс 5 урон 20 стойкости. За смерть миньонов получали артефакты? По-моему, мне не повезло, нет. Так, здесь что-то было на восстановление манны. Миньон делает 2 шага вперед. Вот это крутая тема. These books don't even have pages made of human skin. Целевой враг проходит проверку рассудка с дополнительным плюс 25% шансов впасть в психоз. Вау, крутая штука. Зря, короче, урон физикой взял за 12 манны. Установит ловушку. Раунда взрывается на май... дэмэдж. А давайте призраком. Фига, тут прям сразу до конца... Ага, на втором надо 2 обилки потратить, чтобы вкачать. Уничтожает выбранного врага, не есть на боссов. Вау. Акцепто! Чего на докторе? Да, значит, акцепто. Почему игра за киллера так долго ищется? Спасибо тебе, будет сегодня ДБД КСТА.
Удачного стрима. Да, сегодня больше не будет ДБД, фанпи. Уже чуть-чуть поиграли. Сегодня весь день планируем Ратуса. Ну, если получится весь день. Вот. Так, смотрите, а я кольцо не надел, я идиот. Вот почему мы не получали артефакты. Дает Ратусу доступ к особому таланту, снимает все бафы с выбранного миньона, за каждый снятый баф получает манну. Эх... Дымовая бомба это разовые, да, фишка. Все противники получают плюс 2 стойкость до конца боя. Ратус получает дополнительно 6 обычных кусков в случае победы. А после боя предмет сечения. То, вот это неплохой, можно изнать как-нибудь. No? Пресс-версия, да, это пресс-версия. Я понимаю, тут шкала ходов в ТБ в пятых героев. Есть какая-нибудь инициатива? Да, у персонажа есть инициатива. Так, давайте посмотрим, что Брэнзи дать. Мы постоянно юзаем бомбардировку, она меняется на Magic Damage вместо физики. Он получает удачу, ну такое. Массированная плюс физика. Физически. Может, больше персонажей сейчас создадим, да. Сейчас будем персов создавать. Воспоминание клевое. Можно воспоминание на стресс поменять. На дымовую шашку. Чет минус удачи, точности уклонения. Можно еще больше. Еще меньше дэмэджа. Да? Сжигает цели. Написано. Ага, одному врагу и врагу за ним. Ну, шоу нам было, по-моему. 25% всего. My conquest is not yet complete. Стресс дэмэдж, кстати, звучит неплохо. Картечь игнорирует броню плюс 10 хп. Залп игнорирует обереги, игнорирует сопротивление. Как-то зомби мне вот пока меньше всего нравится по обилкам. Он вроде дамажащий, но такой себе. Баф плюс 20 урона, зомби получает один блок. Вот, это круче, чем баф на урон, кстати. Берем. Не обязательно на второй точке начинать, да? Старт-ход на второй позиции. Плюс 2 удачи, плюс 4 удачи на 3 хода. А, все, я понял. Это если ты всегда прям на второй позиции стоишь. Давайте еще покрафтим миньончиков. Хорошо. А, обычные скелетики 2 штуки. Предлагает плюс 1 уклонение сильного скелетика сделать. Ну... Почему бы, кстати, и нет? А то они умирают, бедняжки. Давайте, первым скелетом будет Мерсер. С невестой должен комбиться. Именно. Так, хорошо, давайте еще одного скелетика скрафтим. Уже из обычных. Uninspired, you know. Из обычных вещей. К слову, я могу что-то скрафтить. На что кто нужен? Шанс обнаружить случайную вещь Ратуса в озере мертвецов. Это баншу надо минусануть. У нас, кстати, банши нет вообще. Архитектор было бы неплохо. Надо призрака создать. Короче, город просто должен работать. А, не, есть банша одна. Мы же вылечили аэродир. Да, мумию надо в морг поставить, чтобы хилилась. Давайте, не знаю, Мерсера вначале сюда закинем в раскопки. Все Dark Knight вечно дэшится вперед. Плюс штука призрака бесполезна, так как двигает его, учти это. Которая из штук призрака. Он насколько сильно вперед дэшится? На 3. На первую точку.
Ну да, 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 я знаю, да. Да и типа... Мне надо одного рейнджового добавлять сюда какого-то персонажа. Типа Сору убрать. И вернуть, не знаю, Хейш, например. А что по инициативе, кстати? 4, 2, 6, 6. Вот так вот нормально будет. Где лопата? Так, кто еще скелетиком хочет быть? Нагибчик, вижу, хочешь быть скелетиком. Погнали. Не уверен, как ты будешь нагибать. За обычного скелетика, но... Да. Дальше. У нас есть еще, наверное, плюс... Одна банша в расход. Беру рандома из ансабов. Нормал ночь хочет. Хорошо. Стоп, я не банша, я хотел призрака в расход. Блин. Ну ладно, случайная вещь Ратуса тоже неплох. Куда идет пока нагибчик работать? Безголового мы еще не создали его, точно. Давайте попробуем одного. Гвинблейд. Окей. Ты хочешь быть безголовым, будешь безголовым. Despite a lack of eyes, they know to aim for the neck. Нормальные головы, кстати. Окей. Ну и пока закончим на этом, пойдем подеремся. 60 часов вообще опыт получают по чуть-чуть, мне интересно. А то он такой прокачанный, как бы. Может, кого-то другого брать лучше в катке. Слушайте, а вот здесь уже босс будет на выходе. Офигеть. Чё так быстро? Помогите! Это что, 3 сражения подряд, гробница здесь получше будет. Давайте сюда сундук с артефактами. Эмилик или Рэнча, я не знаю пока. Lost Hunter или Шаманчик могли бы быть неплохими безголовыми, да-да-да. Ну, кольца у меня и так есть. Радость применяет заклинание, случайный враг получает 20 стресса урона. Жестко, кстати. Враги не могут сбежать или воодушевиться. Неплохо. Амулет. Миньоны, состоящие из 4 необычных кусков или лучше, получают плюс 25 стойкости. Круто, но не сейчас. Какого войны возьмем? Они тоже как кольцо идут, да что ж такое? Мне надо бы сейчас магию, кстати, восстановить, манну перед боссом. Так, часовой не хочу, на самом деле, чтобы пока дрался. Давайте немножко кого-нибудь покачаем еще вот так вот. Такой отряд соберем, попробуем. Мне просто с боссом скоро драться. Здрасте. Какого хрен происходит? Там безумные маги мне что-то лицо ломают. Блин, у этих от физики резисты. Хорошо. Кстати, а ярость-то тоже накоплена в начале катки, самое интересное. Так же, как и манна. А, перед боссом надо копить. Ну, пока что, наверное, надо на них стресса накинуть. Выбранному врагу и стоящему за ним. Вот этим двум. Надо, чтобы шахтеры минусанулись. Сейчас со стресса. А вот магов надо начинать убивать как-то. Давай. А, ну тут надо им дебаф накинуть.
плюс стресса. Немножечко. Так, выстрел. Одного мага стараемся убить как можно быстрее. Маловато что-то урона. У него макрезист P5. Еще бы. Физическая атака наносит критический урон. Уешит, я понял. Да не, нафиг, давай вот этого физика и попробуем добить ASAP. Ты стрессуй, берсерком, может, своих побьешь чуть-чуть. Дерьмо. Я этого мага чем добью, вряд ли. Разве что ульту, я ярость на него юзнул. Все противники случайным образом меняют свои позиции. Можно его подвинуть и попробовать физику урона выбранному врагу и двум стоящим за ними. Не. Надо будет вот этой физикой добивать того мага, значит, ульту я юзать не хочу пока. Эко-облако. Пойди, пожалуйста. Хорош. Ой, что банша в первой локе в первой точке делает? Весь блок ему сбил. У тебя тоже берсерк. Красиво. Вот это хороший дамаг. Мне нравится. Цели пропускают ход. Только первые две, блин. Да они и так под берсом. Восстанавливает рассудок врага. Исполняет Ратсуманну. О! Сделаем-ка вот так. 19 манны. Чё бы и нет. Вперед подпрыгнула. Поджигает цель на два хода. Ну надо вот себя добить уже на самом деле. Нужно отпрыгнуть. А перемещать... Они не перемещаются. Смысленно. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь от тебя сбежит, и мы увидим бесплатного вампира. Для этого, видишь, еще накопить надо. Боже, как они промахиваются. Вот по зомби, блин, не очень промахиваются. Точнее, не знаю, вот этому надо уже по стрессом сносить дамаг, по-моему. Blow them to pieces. Death comes in loud. Ты сгоришь сейчас на следующий ход. Маг жутко бесит. Эти ярости, фу. Все равно резист к физике. Капец, я урона здесь полутал, на самом деле. Я не знаю, чем его реально физикой, что ли, убивать. Ой, физикой. Стрессом. Мага.
Видимо, да. As worthless as you were in life, you will be worth something in death. Окей. Пять, шесть. Ладно, еще восстановить, что ли? Каждый ход тут делать, по-моему. Вот это кольцо интересное. Мог сейчас восстановить рассудок умирающему шахтеру, который сгорал, заставить мага сбежать. Не факт, что он восстановился бы, не. Стоп, не, и почему бы он сбежал тогда? Чего ты думаешь? Не, ну я, может быть, сейчас и юзну проклятие крови, и посмотрим, но... Давай, маг, умри. Думаете, он сбежит, потому что остался один сейчас? Нет, он зомби бьет. Бежать он не очень хочет. Просто умрет. Шахтер, который сгорел, у него не было рассудка, с него можно было ману полутать. Фига, синие шмотки уже выпали, душа. И эпик даже упал. Жестко. Маньяк восстановился. 16 мало. Ой, маньяк, говорю, механик. Надо хейш хилять, она норм. Она прям дамажит очень хорошо. В следующей катке у нас будет что-то новенькое, типа вот так. Не знаю, как это сработает. Ну-ка, плюс 8 стойкости, плюс 4 ужаса, плюс 1 и берег. Офигеть. Стопно в полной версии, но новые мобы. Блин, я хотел бы, чтобы новые мобы открывались со временем. Мерсерам нужны мозги для лучшей работы. Попадется какой-нибудь миньон Усайч, ты знаешь, как его назвать. Хорошо. Не знаю, самый топ это вот рыцарь. Я бы прям ему эпиков понадавал сейчас. И ужас, 4 стойкости. Мне кажется, лучше покопить какого-то супер миньона прям сделать. Напоминаю, это все еще обучение. Возможно, мы с этим всем закончим просто сегодня. И нам, по-моему, первый акт должен быть доступен после обучения. Так что там будет уже поинтересней. Здесь еще один файт будет. Стелла, ну погнали к экспу и Ратусу опять же. 200 экспы, не так уж много, правда. Еще по талантам трех могу куда-то потратить. Каждый промах охотника, гнев. Мне кажется, ловушку сейчас можно взять, и она на боссе зарешает. Градус получает плюс 50 гнева при убийстве цели навыком ветки разрушения. Круто, кстати, круто. Стрессовый урон, случайный миньон получает 20 физики. Эх. Позволяет из 4 одинаковых базовых получить один ресурс того же качества. Давайте попробуем вот это вот. Скелеты получают плюс 20 к стойкости, кстати. И заменять куски миньонов. Посмотрим, что это такое. И как это делать? 4 одинаковых. Ну вот, например, эктоплазму. Как мне ее объединить?
Алхимия, вот, открылась. Сирацию способен заниматься несколькими направлениями алхимии. Проработка одного вида кусков в другой. Повышение качества кусков. Преобразование кусков в предмет для миньонов. Переработка кусков в предмет миньонов в манну. Фига. Переработать 4 предмета одного качества в лучшее. Ну вот, давайте дистилляцию. А, ну тут просто иконок нет, я понял. Плазму. Скелетон will clean up this mess later. Бздичка. Behold my work. А вот так. Только одного, одна редкость. Чё там стоил один темный рыцарь? А, он прах стоил. Может, прах улучшить? Да темного рыцаря крутейшего создать. Еще одного. Который ХП регенит. И им же пойти пока в бой. Я думаю, так и сделаю. Хотя алхимия... The smell of successful alchemy. Ему на самом деле не так уж сильно нужна броня, ну не броня, а атака. Хотя вообще вот из атаки скелета надо сделать. О, погнали, это будет топовый темный рыцарь. Я же крутейший рыцарь. Ну пока что да, часовой, да. Но вот это теперь будет прокачанный такой хороший, эпический. Ты-то в любом случае на босса идешь уже, это без вариантов. Может, мне рыцарь? Учить моему персонажу соответствующее имя. Хакер. Мне нравится твоя идея. Давай, хакер. Ух, купил меня своим именем. Мозги ему дай. Да, и сразу можно ему мозги, кстати, дать. А и все тогда... Противник получает дебаф, а противник получает баф. А, вот это как работает. Я это улучшил, то есть дебаф. А, ну да, это с баншей хорошо прокает. Но сейчас нет. Мне кажется... Хакер еще с мозгами. Блин, ну сразу апать, конечно, своих зомби вот так вот, это интересно. Так, плюс броня по-любому. Хотя у него... А можно отменить пока? Блин, у него просто атака очень мощная. На самом деле в атаку надо было идти. Go так. Ну, не знаю по количеству сражений идти. Пойдем сразу к боссу. Ага. Лич, какая-то банша крутая, не знаю. Давайте лича попробуем взять. Еще и прокачанный смотреть немного. У него кости плюс удача, плюс 2 ужаса, стойкость. Так, как, кто хочет быть личом? Уже известно, сколько игра будет стоять на релизе? Нет, вначале у нее ранний доступ будет. Так, он дамажит магией, в случайный таргет магией. Союзник получает атаку и ужас, офига. Уничтожает союзника, не тратя действия лича. Личу все союзники получают 40 стоимости. Не намекаем. Дарт Рейвен, давай, давно просел. Персонажа. Призывать на поле боя скелета оживление. Вау. За 50-ку. Блин, лич мощный. Я думаю, я им в финал пойду. Поджог у него тоже крутой. Он реально очень мощный. Удивительно, что его нельзя крафтить. Слушайте, а последняя у нас была, походу...
Либо тень, либо... Не, это был кровавый фантом. Погнали, наверное, лечом все-таки. Так. Четыре моба. Это что, свечку держит? Эксперт-подрывник. Приятненький. Magic Resist, у этих обереги. Че, 10 точности, 50 криту. За, на три хода за каждый промах. Жесть. Итак, Винблейд, что умеет? В первых точках хорошо играет, походу. А ярости-то у нас ноль, вол. Скоро финал, но он там босс уже почти, да. Перемещает противника на первую позицию, игнорирует блок. Наносит физрон 18-36, вау. Че, попробуем убить подрывника? Быстренько. Стрессовая атака случайной цели. Пис по двум случайным противникам. Ну, кстати, тоже неплохо. Отмечает выбранную позицию в начале следующего действия. Охотник проведет по врагу на отмеченной позиции атаку с 17-34 физурон, так не тратит действия. Охотник не промахивается этой атакой. Значит, не тратит действия, к ней же подготовиться надо. А, это ловушка, это не подготовка. Блин, нет, ну давайте притянем, попробуем быстренько. Притягивается случайный таргет, я понял. Фига он бафов набрал себе. Ладненько. Видимо, подрывника мы сейчас трогать пока не будем. Ок. Особая доставка. Вот это тоже штука притягивает. Из урона минус удача. Да, все-таки тебя притянем. У тебя просто удача есть, мне это не нравится. Защитная стойка. Шо? Шанс оглушить врага. Голем теряет стойкость. 25 от марша осколков. А может сейчас я ее знать не так уж и плохо будет. Давайте попробуем их оглушить. Наносит 100% при перемещении врага. Играть. Понял, что делает защитная стойка его. Че, никто не встанялся, да? Красиво. Да, значит, акцепт, чему на докторе. Нет, в пятницу я больше никогда не планирую играть. Блин, ну что значит случайному? Ну фигня же. Блин, ловушкой только первые цели можно отметить. О, в этот раз попал, найс. Стойку сбили ему. Как же рубят Гвинблейда, беднягу, просто. Блин, стресса у меня вообще нет, да, сейчас? Какой крит, окей. Да, эта пати не на стрессе. Определенно. 12-15. Снижает атаку. Да, это не так важно. Мне главное их убить. А ну еще разок попробуем их застанить. 40 эра просто постоянно дамаг сейчас получает. Бедняжка. Ой. Проблемы. А что за баф? И плюс инициатива от того, что у меня ярость есть. Мы просто так вперед подвинулись. Найс. Блин, мумия в последней точке не тащит. Ничего почти не делает. Ой-ой. Я не хочу терять Сурнера вот сейчас. Беда. Беда.
Сейчас надо мечника убивать. В игре надо больше на синергии, конечно, работать. Братан, живи. Пожалуйста. Плюс 15 хп восстанови себе. Это двадцаточка. 15%. Так, хорошо. На первую позицию предлагаю кинуть ловушечку. Пробить по нему урон, чтобы блока не было. Вот и ловушечка еще и кританула. Контракт. 70-75 урона, фига себе. Слушай, да мы его и так убьем, мне кажется. Нет смысла. Ну, случайным противником, погнали. О, чуть-чуть не добили. Придется добивать еще, чтобы урон не получить. Хотел похилиться. Что-то я косой немного, очки мне надень. Чё там за баф это? Инициатива. Я вот эти бафы все могу на ману на самом деле забирать сейчас. Вот эти вот бафы очень круто. С инициативы забирать и ману лутать. Хорош, все ок. Не знаю, но он должен сейчас в минус уйти, правильно? Сейчас еще и похилимся здесь немножечко. И здесь похилимся. Ага. И... Ага, нет подходящих целей, понял. Ау! Ну ладно, он должен добить. 14-16. Давай. Да где? Ну что за промахи, хакер? И по мне два крита после того, как я уже похилился в этом бою. Ну конечно. Сколько? 12 или 15? Нет, давай жди. Киляем голема. Второй раз подряд ждать не может. Да нет, тут прям вот как в героичках. Фу, манна. Мне на финалочку. Сейчас попробую еще похилиться, пока ярость есть. А, на ней юзается из этой точки. Да что ж такое-то? Планируют отступление. Погнали вампира. В случае победы Эрадс получит вампира, если враг с этим дебафом сбежит из боя. Почему нельзя? Можно? Да сбегай, братан, сбегай. Типа раз за раунд, что ли, делается, или непонятно. Так, плюс манна. Плюс прохил. Ей, я же был... Вампир, да. Да, плюс вампир. Хорошо, хорошо. Отлично. Хейш восстановила свое здоровье. Ну шо, кто хочет быть вампиром? Иератус получает гнев, вампир теряет стойкость, цель теряет 20 стойкости, босс 10... Вампир теряет 15 стойкости истерии. А где он хиляется-то? Чего он не хиляется? Атаки против цели игнорируют блок и оберег до конца боя. Вампир теряет стойкость. Он как-то не вампирит, он как-то себя убивает. Плохой вампир.
До конца боя вампир оставил 50% стойкости в размере 50 от нанесенного физического урона. А, ну ему надо ярости баф себе накинуть вначале, я понял. Слушайте, это тяночка. У нас есть тяночка в чате? Мэй, ты чё-то единственная вообще. Ну, смотри, это твой последний пока что персонаж. Потом будем кого-нибудь брать другого. Даже на тян, пускай мужики идут. Ну, давайте тогда вампира в бой. Кстати, Соронера можно будет тоже на финальный бой сейчас отправить. Раз уж тут второй левел, да и неплох. Так. Теряет меньше стойкости, всего два блока, без оберегов. Носимый критический урон повышается до 25. И восстанавливали 20%. Давай восстановление 20% здоровья возьмем. Так, второй отряд. Это у нас будет часовой. Фейш. Стоп, или лича взять. Вон, часовой точно. Надо вампира посмотреть. Мы и берем. С каких точек она бьет? Да, в принципе, почти со всех. И Хейдж, который, кстати, на левеле. В кладбище надо отправить. Филяться Гвинблейда, который, ну, очень что-то продамажился. Усы же есть, пусть и кровавые. После обучения ты ничего не говорил? Не, после обучения как раз кто-нибудь другой пойдет, да. Самая топовая атака здесь вот это. Крит шанс увеличенный или крит оглушает цель на один ход, кроме боссов. Плюс 2 удачи. У нее прям удача жесткая, кстати. Сжигает цель на 2 хода. Сжигает цель на 4 хода. Давайте на 2 хода и плюс силу. Вот так вот. По хильзам бока. Какого? Как? Чего? Нет. У меня в морге хиляется. А этого никак невозможно. Все, у меня был какой-то артефакт. Дебаф на минус точность. Я его так и не кидал уже. Так, поглощать магию мне надо будет по-любому. А что по левелу Иратуса? 0-0. Понял. Ну, давайте попробуем босса вторым отрядом завалить. Не убей, пожалуйста, посмотрим. Ключи от камеры, оказавшиеся в распоряжении ключника, даровали этому подлому человеку грандиозные карьерные перспективы и возможности. За взятки он был готов писать доносы, организовывать бои и позволять бандам преступников спокойно убивать своих врагов, пока те спят. Ключи дали ему огромную, почти царскую власть, до тех пор, пока в них нуждались и в нем. Но миньонов не волнует звенящий металл, как и сам человек, ибо мертвые равнодушны ко всему тому, что так вожделеют смертные. Ой, какой жирнич! Перенаправление на союзника, 33% шанс. 365 хп, твою ж мать. Хорошо. Так, сейчас надо быстро заключенных минусануть. Атаки против цели игнорируют блок и оберег до конца боя. Это можно, кстати, дебафнуть ключника очень даже. Хорошо, что я его взял. Ну, вампир теряет 10 стойкости. Ну ладно. Цель теряет 20 стойкости процентов. Босс десятку только. Радс получает 30 гнева. Вампир теряет стойкость. Блин, вампир на самом деле пока не сильно полезный. Ай, чего? Почему на него? Там случайный таргет? Перенаправление 33% сработало. Лол. Так, ну тебе пора бафать себя потихоньку. Думай об Иратусе, детка. К
Каждый раз, когда противник получает дебаф, наносит стресс дэмэдж. Да не, надо им лицо просто ломать как-то. Вот как-то так, да. Что? Ау! Я предвижу F. Become part of the breathless tide. Он еще их, небось, резать как-нибудь будет. Баф-дебаф. Чё там такое? Особенность атаки, плюс 2 атаки, плюс 2 ужаса, ритм войны, инициатива, плюс ужас. А, дебаф на тебе на уклонение висит. Так, хорошо. С тебя точно баф не снимаем, потому что на весь бой. Кстати, убирать не хочу пока. Сколько? 14-18? Хрень не убьет. Я очень хочу минус... Ну, он сейчас подготовку, скорее всего, будет делать. Самое логичное будет, если он будет делать подготовку. Цель получает 2 блока. Ага. О как. Один доп урона за каждую недостающую хпшку. Я могу его убить, попробовать. Да, хорошо. Так, ты точно юзаешь жажду крови до конца боя. Вампир восстанавливает стойкость в размере от физики. Ага. Форма тумана. И это кастуется спокойно. Супер. Отлично, сейчас будем вампирить по чуть-чуть. Единственное, на него бы дебаф все-таки накинуть. От физикал. Ну, то есть с кровавого удара 50% восстановить. Семерку где-то. Блин, а не очень-то много, на самом деле. Ладно, все-таки начнем с... вот этой штуки. Сразу же накинем сюда тогда позвоночную бомбу. Цель обереги. Да опять перенаправлено. Что за неудача-то, лол? Неправильно. Ты не можешь в первый таргет бить, боги. Тебе не хватает, еще 65 надо. Вот это грустно. Ну ладно, чё. Как они убей, плиз. Хорошо, еще живем. А, так, голем. Защищай вампира. Вампир. 22-26. Давай, вампирься. Блин, мне надо, чтобы бомба так-то во второй точке взорвалась все еще. Поэтому этого нельзя убивать. Бафаемся. Ну и как я вот с него похилюсь сейчас? А смысл? Типа бомба... Ай. Ай, помогите. Надо манну тратить. Короче, надо делать вот так. Надо делать вот так.
Она же, он же сундучок-то не, не перенесется. И он закон... Ну, конечно, ну, конечно. Я так и знал. Я так и знал. Что он их всех реснет. Сейчас бы ульту уешь еще у темного рыцаря. А он из этой точки ее сделать не может. Ну, почему? Ох, все. Погибнет в конце боя призванный персонаж. Спасибо, я понял. Баф какие-то накидывает на них, плюс 3 атаки. Окей. Рост для дамы. Не знаю, попробуй критом убить. Нёп. Ну, тогда ты его убей. This one voided its bowels just as it died. Что-то не пересостоянить их вообще, походу, никак. Баф, перезвон свободы, шо? Заново воскресил, что ли? Он воскресил, да. Так, этого мы сейчас... твоя ульта по-любому таргет убьет. А у тебя уешная ульта! Стоп, не, у часового не уешная, у часового таргетная, 50 стойкости. То есть я убью заключенного и фул похилюсь. Лучше, наверное, все-таки не так. Лучше включника, наверное, не? Или шахтера. Наверное, шахтера надо пробить одного. Мне бы их зауешить сейчас. Сбежать можно, но есть кнопка покинуть сражение. Видите, привет. Даркис Данжен приболел. Так, чуть-чуть. Самая малость. Я бы вот так хотел сделать, но я боюсь, что часовому потом не хватит на вампирку. И это будет ГГ. Можно посмотреть, с чего и как ярость набирается? Давай драпать, пока не поздно. Не-не-не, попробуем, попробуем. Не тратьте действия, не суммируется на нем. Прям специально это написано. Лол. Так, последняя попытка. Пока у вампа, мы, пока у тебя есть еще вот эта штука. Давай. Ну, почему всегда перенаправление? Почему третий раз? Это 33% шанс. Я из третьей точки не могу делать жадность. Ай, ГГ. Промахи. Даем щиты. Соренера пока дает возможность потанчить. Воодушевление какое-то. Носит 15 больше урона. А с чего бы ты вдруг воодушевление получил, тварь? F часовой. Ладно. Надо бежать. Ага, армия теряется, когда сбежал. Вау. Ну и у меня только босс остался, а как мне его еще убивать? Ну, хакер, который уешь, это хорошо. А где-то здесь есть кладбище посмотреть, кто у нас умер в пати? Дэл. Наш босса пальцем не тройнул, ты еще хочешь камбэкнуть? Ну да. Хочу. Ты морда, конечно. F с Ронера, F часовой, F Мэй. И чё, Гвинблейд, да, был? Да, Гвинблейд тоже F.
Давайте Дипфира на дефах поживем, на дефах и вампирках как-нибудь, не знаю. Эрадир возьмем. Все, попытка вторая, гоу. Стоп, я не взял кольцо, которое дымовая шашка, минус точность противников. Ну ладно, не важно. Манны мало, ничего нет. Эй. Че делаешь? Вспламенение рандому. Вспламенение всем. Вот, вот это топ штука. Всем, кроме себя, то есть своим мобам тоже. Вот в чем прикол этой обилки. Понятно. Кританул по... Дарт Рейвен кританул по Эрадир. Красиво, красиво. И поджег ее немножечко. И криты еще так поджигают хорошо. Нужно убить любого из них, по идее. Не знаю, по хп ему бить или по стрессу. Противники случайным образом меняют позиции. Это надо после банши ультануть, кстати. Если я сейчас подготовку сделаю, например. Стойку вот эту вот. Ого, подождем. Найс, подождали. Перк баф. Хорошо, облако тумана. О, нет, вперед надо было, он же отпрыгивает, когда его юзает. Ой, я тупой. Окей, мне пока везет. Стойка не работает из этой точки. Но жопа! Сэра. Дарник не справляется с обучением. Ну, как бы, такая игра, а чё? Ты можешь вперед подвинуться? Не можешь. Он же когда шафлится, да? Перемешивание врагов, да. А нужен он мне, этот стресс-урон? На перемещение врагов? Еще облако, гоу. Тупо на доджах как-то и на уе, не знаю. Дополнительно стресс урон за каждый баф или дебаф на цели, да? Это только по первым двум бьешь. Фиговенько. Вон, ты сгоришь. Это так не хочет тебя убивать. А противник получает баф. Блин, надо. As worthless as you were in life, you will be worth something. Безвредно поле боя скелета, а вот как скелет будет? Нет подходящих целей, да, место он занимает. Сдает ядовитое облако на два раунда, наносящее стрессовый урон каждому врагу, попавшему в него. Ага, это как ловушка. Прикольно. Уничтожать союзника и не тратить действия лича. Союзники получают плюс 40. Магический урон просто так. Баф выбранный. Союзник получает плюс 12. Окей. Не, ну го, ядовитое облако. Оно здесь, кстати, вообще ок будет.
Я, конечно, понимаю, что там оберег, но... Да. Это только физикой на вампирку. Надо физику по чуть-чуть пробивать. Найс, пробил. Я что-то... Я ульты персонажа вообще не юзаю, потому что мне нечего и некогда. Я вот хз. Что юзать? За ярость. Что с твоими старыми наушниками рядышком лежат? Все нормально с ними. Я буду свободна. Что? Ой. Магическая атака. 3-4 цели пропускают свой ход. Ну, окей. Невосприимчив к стану. Не сбегает. 33% шанс перенаправить атаку. Увеличивает инициативу всех союзников на число соответствующего номеру. Ну там не написано, что он боссы не станется, камон. Дерьмо. Нет там этого. Продолжаем спамить ядовитые облака. Потому что он сейчас будет в них новых мобов призывать. Тихос-фатализм. Эй. Да, я же говорю, он будет туда новых челиков призывать. А для меня это тупо бонус сейчас офигенный. Че, застанете этих обоих опять? Мне бы повампириться с кого-то из них. Рано еще, наверное, не. С него бы... А, ему бы начинать стресс накидывать хоть по чуть-чуть. Перемещает его на случайную позицию. Давай. Иммунитет к перемещению? Нет, только не сбегает. Чё-то не переместил нифига, братан. Снимает с цели все бафы. С одной цели. Цель теряет уклонение, наносит урон стрессом, да? Не, погнали дальше, туман. Спасаем, Эрадир. И вот этот байдейлайт на плече, боже, вижу, да. Там должны уклоны работать. Ну, должны, да. Ну, и у Лича тоже должны уклоны работать, вроде как. Что-то мне подсказывает, что надо делать сейчас жертвоприношение на Ярадирь. 700 урона. Похилиться, призвать скелета, который почему-то в жопе сидит. Дальше накинуть на всех страх. И переместить. Да почему они не перемещаются? Я не понимаю. Увеличивает инициативу всех союзников на число соответствующего номера текущего раунда. Вау, раунд 6, да? Нет, 6 это уровень. 5 раунд идет. Это я, кстати, не заметил. One by one, life vanishes from this world. Противник получает баф, стресс урон. Не знаю, а просто и надежды юзать. Это... полностью описывает мое нынешнее состояние. О, стресс сейчас накинем на них. Так, облаком стресса в тебя. 32, давай, давай, потихоньку, потихоньку. Уже нет такого, что он не умирает от стресса, например, нету. Стрессовая атака 12-14 по всем.
Ну давай. Промах. Хорошо, хорошо. Призрак получает ужас до конца боя. Не, ну так вот. Ну вообще, блин, надо было... Я еще единственное, через что я могу выиграть, это через ужас как раз-таки. Да, слушайте, надо, наверное, пробовать. Погнали дальше их убивать стрессом, не знаю. Воодушевление. О. Вот имбафы, возможно, один сейчас умрет. Нет. К сожалению, нет. Так, твою билку я больше юзать не буду. Прерывает действие стойки цели. Атака, атака. Ага, хорошо. У тебя поменьше, давай тебя ударим. Что там с разбега? Что-то они от стресса умирать совсем не хотят пока. Бронный союзник получает 12 атаки, 12 ужаса на одно действие. 12 ужаса, 12 атаки, да? О. Давай попробуем. Стрессово за каждый баф и дебаф на цели. На тебе один дебаф. Не знаю, сколько бафов, но в общем... Бей, братан, бей. 34, неплохо в целом. Можно их всех перетасовать сейчас. 14-16... Ну что, на яд он не прыгнет на это. Мне надо больше яда, а ядовитое облако кидается только с этой точки. А значит, надо стелс накидывать. Снимать с цели все бафы. Меньше отклонения. О, давайте призраку лучше. Он вперед двигается с этой точки. Ха. Так, делаем так. Сейчас. Призрачный туман на некроманта. На лича. Отлично. О, он пробил блок еще единичку, хорошо. Супер. Накидываем больше яда. Здесь потратим ману. 6 ужаса. Здесь потратим ману для того, чтобы блок сбить. Накидываем ядовитое облако. Hope there will still be enough left to reanimate. Блин, все еще не хватает на голод бездны, серьезно. Я так хочу его уже юзнуть. Окей. Никогда, Фред. Так, а еще облако, наверное, сейчас надо будет накинуть. Сколько у тебя уже бафа на ужас? Маловато. Принкет, здравствуй. Что на 5 секунд, а у тебя уже банша в скелета превратилась. Да-да-да-да-да. У нас так вышло, простите. Не, надо им двоим ужас сейчас накинуть. О, плюс проклятие, прекрасно. Получает 6 брони и сопротивление до следующего действия. Враги чаще атакуют скелета. Хорошая тема, кстати. Стрессовая атака. По боссу можно 15 текущего рассудка снести. Скелет, правда, потеряет 30-ку стойкости, но... Он все равно призванный, он все равно умрет. Да, я убью ключника стрессом сейчас. Самара Морган, привет. Двадцать три, конечно, маловато на самом деле, ну ладно. Хорошо послужила вещь. Пропустил ход почему-то. Вау, хорошо, хорошо.
Выбранный союзник получает плюс атаку и ужас на одно действие. Ну, очевидно, бафаемся. Кстати, он кританул бафом. Вот что там было написано за крит. Серьезно? Он кританул бафом? Получается, что так. ДД наоборот? Да, это ДД наоборот именно. Я мог бы сейчас еще похилиться очень классно. Подожди. Почему голос бездны ауешный? Потому что это хакер. Я забыл об этом. Вот тебе пустой взгляд на 39. Ну, Рита же. Окей. Фига работяг вызвал. Ну, кстати, ничего страшного. Работяги не такие жесткие. Интересно. Как бы сейчас это сделать? Урон ужасом добавляем вот сюда. Здесь, не знаю, просто толкаем. Жаль, что промахнулся по нему. 29-32 урона стрессом. Давай. И сейчас мы его добьем. О, что, работяги молоты под крит, молотами критуют. Помогите. А добьем ли мы его стрессом? Я уже не знаю на самом деле. 12-14, нет, того я ульту точно юзать не хочу, хоть и так дешево. Так, скелет, давай танчить. Нет, вот же, рассудок, минус. Тут все-таки надо похилиться сейчас. На фул. Так, ты можешь подождать? Ага. Здесь мы юзаем, отходим назад. Виталька, привет. И ты юзаешь вот сюда свое облако. Ага. Братан бафает работяг, работяги начинают ломать лицо, психоз на стресс. Минус скелетик. Блин, лич очень мощный тем, что резает скелетов, которые, по сути, танчат. Лич плюс рыцарь смерти — топовая комба. Я нашел хорошую комбу в игре. Скелеты танчат, призраки дают дефы, чтобы по ним не попадали. Вообще огонь. Каждый раз, когда противник получает баф, рыцарь наносит ему урон. Нет, давай вот этого добьем просто-напросто. Безымянный скелет. Здесь давно не читаешь чат стример. Да, да. Я догадываюсь. Зато я почти с боссом справился. Кританули хорошо. Хорошо. Молодцы. Все, перетасуй и убей их всех. Ну же, умри, давай. Ну, пожалуйста. Yes! GG. Но мы потеряли аэродир. Забавно, что с ними надо сражаться до конца. Ай. Скелет не призвал. Да, чё смысл уже? Я создаю, ни разу не делал. Я подумаю, видимо.
Сейчас посмотрим, что после обучения будет. Жетон Хуманария. А, Хуманария — это, наверное, про персонажей почитать где-то. Вот оно, да. Винвейт прохилился, стеклянный кинжал в начале боя, все миньоны получают плюс 10 точности и 20 к урону. Эффект пропадает при получении урона. Ха, прикольно. Стеклянный кинжал. Ну и что нас дальше ждет? Выход. Ну, нас ждет выход. Хорошо. Бестиарий Хуманарий. Фретрисин. Я просто не кликал здесь иконки, не смотрел. А че их атаки, типа, нельзя посмотреть, лол? Паника, минус 30 точности, 30 шансов сбежать с заключенных. Паника. Галлюцинация, шанс про... Вот что у него за страх был. Ага. Вот почему он ход один раз пропустил против меня. Блин, много противников, кстати. Что есть паника? Паника — это когда они на нуле сидят, правильно? Я как-то пропустил этот момент. Что тюрьмы захватываем? Не, мы выбираемся из подземелья, но здесь был ключник. Тюремный, в шахтах. Потому что в этих шахтах работали в основном заключенные. Погнали выбираться, чё. Сейчас окажется, что там еще бой будет какой-нибудь. Иратус Райзинг Сун.